Здравствуй. Что? Эй! Вор! Кто-нибудь? Что? Эй! Мой друг, вы слышали о Багровой Розе? Он зовет себя мсье Реджинальд. С виду дурак дураком, но блестяще помогает людям избежать гильотины. Это подозрительно. Мне нужно, чтобы он стал обязан вам своей жизнью. Жизнью? Дело в том, что на него вот-вот нападут в особняке Фьюбе. Спасите его, и, может, он примет вас в тайную лигу. Не может быть. Но надо кто он? Он притворяется Фатом. Может, вы пришли на встречу с месье Реджинальдом? Хотите в Багровую лигу? Правильно. Надо наслаждаться приемом. Безумцы скоро доберутся. Багровая лига? Может, я состою в ней, но промолчу. Засада? Неужели меня схватят, когда я настолько близок к успеху? Месье, если вы поможете сдержать их, я буду благодарен. За ним! Вперед! Убить Багровую Розу! Как дела? Чертова шумиха! Берегись его для врагов, друг. Нельзя исправить фунт. Это же не флагшток, придурок. Приездок. Туда вам всем и дорога. Отлично. А вы можете быть полезны моей организации. Я вскоре разыщу вас. У нас нет времени на споры. Мы вырезаем рак из тела страны. Ребята,
говори. Живо, Лизаки. Привет. Мне нужна ваша помощь. Сегодня арестовывают графа де Шуази. Он достойный человек и не заслужил гильотины. У Багровой Лиги, увы, другие дела. Вы можете помешать аресту? Он живет на Рю-де-Бар, к югу от церкви Сен-Жерве. Что ты делаешь? Вы видели? Он вошел и... Бор! Вот ты где! Поздно. Черт. Посмотрим, что там найдется. Кто там? Я не выйду. Его схватили, мужа, и утащили куда-то за церковь. Сказали на гильотину. Отлично. Отлично.
parfait, je vous... Поглянись в верности революции. Не надо в кого-то клянись. Революции... J'espère qu'il ne va pas voir ma femme. Thank you.
Ce n'était pas moi. Je le jure sur mon âme. Арно, я получил неприятные вести о Багровой Розе. Спасенный вами граф де Шуази, тамплиер. И вся знать, спасенная Багровой Розой, тоже. Я выяснил, что графа вскоре вывезут из Парижа на барже. Она рядом с особняком Фьюбе. Не упустите графа и убейте Багровую Розу. Все запомните, если спросят. Что-то не так. Бы ты сражаться поизящнее. Я лично выберу, в чем тебя похоронят. De voir, citoyen. Sans aveuglement. Вы готовы идти дальше? Странно.
Этого я не предвидела. Мой знакомец Дени Малинье тоже иногда не брезгует алхимией. Полагаю, именно он владеет недостающей частью механизма. Ее можно украсть из его дома на острове Сен-Луи. Да, украсть. Особо бдительны. Это железяка, похоже, деталь механизма, о котором говорила мадемуазель Ленорман. В
Вторая деталь. Конец тамплиерам. Вторая часть устройства. Теперь у вас есть все, что нужно. Приходите, как будете готовы к последнему шагу. Позвольте проколоть вашу печь! Три части рисунка разделены в ожидании переводчиков. Я хочу помочь Арно. Думаю, я смогу отвлечь стражу у каждого лагеря. Следуйте за мной. Мы без промедления вернем рисунки. Ортабаконтра!
Окружай, мерзавец! Боже мой! Тебе... порядок! Thank you.
Я знала, что вы вернетесь сюда. Мне есть что вам сказать. Вот карта-ключ, а это солнце. Карты отчетливо говорят, что многие люди ищут секретную лабораторию Николя Фламеля, что спрятано уже сотни лет. Готовы? Я доверяю вам, но не смогу помочь. Последний из тайн лаборатории Фламеля скрыт от моего взора. Вам предстоит решить загадку. Но я чувствую, вы справитесь. Content de vous voir ici. Ça, c'est une affaire pour la garde. Ne dis rien de bon. Что здесь происходит? Pourquoi tout cela, Karl? Стой, поболтай. Еще одно убийство. Почище стало. Я вас уничтожу, крысы. Туда тебе и дорога. Да, нам нечего делать.
Привет. Привет, Эльдакам. Тут супер жизнь. Эликсир с вами? Конечно! Я знала, что не подведете. Благодарю, милый Арно. Вас ждет великое будущее. Сюда, червяк! Я тебя в порошок сотру! Щеполюда! Выхода у тебя нет! Ага! Я здесь! Боже! Не напрягайся! Черт возьми! Черт возьми!
Вот мы и на месте. Мой маленький штаб. Не мешало бы убраться? Я был слишком занят. Наблюдал за городской стражей. Но позвольте, я покажу вам, над чем работаю. Ждите здесь, внизу. Да. Нет, не тут. Хоть бы выбраться отсюда. Ты не... Конечно, часы. Видимо, вот что нужно совету. Я знал! Овца убогая! Иди, я тебя стричь буду! Сюзанна, бедняжка, фаворитка этого,
гражданина де Сада. Он часто заходил. Он дурно с ней обходился. Я ей отошли его, но он так платил. Смотри, веревки, хлыст, все де Сада. Каков? Ой, да здесь всегда полно народу. Я вчера де Сада не видела, но он наверняка был, он часто приходит. Было темно, я не разглядела, но что-то странное было. Пришел один тип, но как-то быстро ушел. Небось и не успел ничего. Потом пришли двое, но только один зашел к Сюзанне. Фаворитка этого гражданина де Сада. Он часто заходил. Он дурно с ней обходился. Я ей отошли его, но он так платил. Смотри, веревки. Зачем мне ее трогать? Мы друг за дружкой присматривали. Вы от нас скрывались. Что? Что вы творите? Не могу знать, что вчера вечером делал маркиз. Он дал. Не тронь хозяина! Молчать! Все хорошо, Оливье. Это даже забавно. Всего хорошего.
Не могу знать, что вчера вечером делал маркиз. Он дал мне выходной в кои-то веки. А если что и пропало, ну, он свои вещички всюду оставляет. Весьма ветреный, знаете ли. Мог оставить где угодно. После того, что я пережил, служа де саду, я был бы счастлив увидеть этого мерзавца в аду. Ну что, гордишься собой? На моем месте должен быть мерзавец де Сад. Убита блудница? Невелика потеря, на мой взгляд. Ну да ладно. День будет хлопотным. Да, Селестина, что такое?